Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами вновь Елена. Сегодня я буду готовить вкусный куриный супчик. Для приготовления супчика куриного я беру куриные плечики, картошку, лук, морковь, вермишельку мелкую, лавровый листик и все специи, что имеется у меня. Куриное мясо я промыла. Добавляю его в кастрюльку с водой и ставлю на огонь. Мясо я поставила вариться на огонь. Как только закипит в кастрюльке вода с мясом, надо будет убрать пенку и убавить газ. Пока варится мясо, я приготовлю картошечку для нашего супчика. Картошечку нарезаю я обычно на суп вот такими длинненькими кусочками. Вот так. В курином супчике такая картошечка, вот такая нарезочка, будет смотреться очень красиво. На крупной терке тру половинку моркови. Морковь у меня крупная, я взяла половинку. Если у вас морковь мелкая, возьмите парочку штук. Натертую морковь убираю в отдельную тарелочку. Режу лук для зажарочки. Лук режу полукольцами. И потом еще мелко-мелко-мелко на несколько частей. Примерно вот так. Порезанный лук отправляю к моркови. Мясо сварилось. Сейчас я буду добавлять картошечку. Хочу заметить, что мясо в начале приготовления, когда у меня варился бульон, я не солила. И сейчас, когда закинула картошку, я тоже его не солю. Солить я буду чуть позже. Овощи для супа я зажаривать не буду. Я слегка их только попассирую на подсолнечном масле на сковородочке. Я выкладываю в сковородку лук вместе с морковью и слегка-слегка пассирую. Знаете, дорогие мои, лучше слегка попассировать морковь с луком, чем зажаривать. Для здоровья пассировка намного лучше, чем зажарка. От зажарки у нас с вами желудки болят, а пассировочка, она придает и вкус, и цвет. И получается очень даже вкусно для супчика. Морковка с луком у меня попассировалась. Смотрите, замечательно просто получилось. Очень замечательно. Я ее выключаю. Картошечка у меня тоже уже проварилась. Сейчас я просто-напросто добавлю немножко мелкой вермишельки. Прям вот чуть-чуть, совершенно чуть-чуть. Перемешаю. И дам перевариться, провариться вернее, 5 минут. Вермишелька проварилась. Сейчас я добавлю пассированные овощи, морковь вместе с луком. Перемешаю. Прикрою крышечкой, пусть пока готовится. Через буквально 5 минут, как я добавила пассированный лук с морковью в суп, я добавлю 1 столовую ложку приправы, которую я готовлю на зиму. Здесь у меня и лук, и морковь, и перчик, и помидорчики, и петрушечка. Короче говоря, все овощи я добавляю в супчик.
Также сейчас я добавляю свежемороженный укроп, свежемороженный зеленый лук и 2 лавровых листика. Все это я отправляю в кастрюльку с супом. Перемешиваю. И пробую на соль. Суп у меня слегка недосоленый. Досаливаю. У меня свежемороженая приправа, вот такая вот консервированная, соленая. Поэтому я досаливаю всегда в конце приготовления супа. Вот сейчас в самый раз. Прикрываю крышечкой и готовлю еще минут 5. Пробую еще раз суп на вкус. Просто замечательно. На соль хорошо, на все специи хорошо, на все приправки хорошо. Закрываю крышечкой, выключаю и даю постоять еще ему минут так 10, чтобы он настоялся. Дорогие друзья, сегодня я приготовила очень вкусный куриный супчик. Варила я его на куриных плечиках. Такое мясо куриное, очень диетическое. Супчик получился просто восхитительный. Дорогие друзья, сегодня я приготовила очень вкусный куриный супчик. Если вам понравился мой рецепт, ставим свои лайки и подписываемся на мой канал.